Конкурс. Дети читают стихи. Меня зовут Колесник Настя. Мне 6 лет. Я из города Омска. Автор Степанов. Стихотворение называется «Что мы Родиной зовем?» Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем, и березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы Родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем, и под небом синим-синим флаг России над Кремлем.